Каспийске до недавнего времени водоснабжение в многоквартирные дома поступало по часам. Данная проблема, по словам исполнительного директора филиала единого оператора «Каспийский горводоканал» Магомедзагира Исаева, была связана с изношенностью проводных сетей и насосного оборудования. Вследствие этого муниципалитет вынес решение взять данный вопрос под контроль. В результате ремонтных работ с марта текущего года вода в микрорайоны и в центр города поступает бесперебойно. В первую очередь мы совместно с муниципалитетом начали завершение строительства второй очереди очистных сооружений, что позволило нам подавать в город Каспийск более качественную питьевую воду и увеличить объемы подаваемой воды. Для восстановления круглосуточной подачи воды в городе было также заменено около 3 километров водопроводной сети, сопутствующей замены задвижек. Кроме того, филиалом «Каспийский горводоканал» выполняется 7 мероприятий, произведенных по программе по замене водопровода. В стадии выполнения также находится производственная программа первого квартала по замене водопроводной сети. Около 3,5 километра. На данный момент уже завершены работы по налаживанию гидравлического режима с заменой насосного агрегата. Благодаря данной работе теперь в проблемные участки вода будет поступать без проблем и в нормальном количестве. Ведь ранее жители многоэтажных домов, а именно верхних этажей, регулярно жаловались на эту проблему. Из-за нехватки давления вода поступала только на нижние этажи. Сейчас водоканал планирует провести ряд мероприятий по обеспечению бесперебойной воды во всех районах Каспийска. В программе у нас идет реконструкция 7 канализационно-насосных станций, 3 водопроводных насосных станций, что позволит нам, конечно, по итогу подавать в Каспийск качественную воду и бесперебойную подачу обеспечит. Также в течение месяца начнется проектирование главной канализационно-насосной станции. Отметим, что по программе «Чистая вода» ожидается замена водопроводных сетей протяженностью около 23 километров. Вследствие проведенных работ аварий на водопроводных сетях стало на 1000 меньше. Асият Умалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканала «Среда».